Меня зовут Полина. Я бренд-менеджер Kivasa уже на протяжении 3 лет. Сегодня мы вам расскажем про новую коллекцию Kivasa New Ways. Но прежде чем показать коллекцию, хочется немного рассказать о бренде, о самом. Компания молодая, ей не больше 20 лет. В 1995 году они выпустили коллекцию, участвовали на выставке во Франкфурте и завоевали такую популярность, что их выкупил ЯБ. И на сегодняшний день Kivasa состоит в холдинге ЯБа. Но это разные дизайн-бюро, разные коллекции. Вот, Kivasa мы эксклюзивно представляем в КАДО. Что еще рассказать? Касаемо бренда, он делится на 2 линии. Весной выходит линия Карлуччи де Kivasa. Может быть, видели, это такие коричневые вешалки. Осенью выходит Kivasa. Считается, что Kivasa – это молодежный бренд. 3-метровые ткани в основном, неприхотливые в использовании, их можно стирать, гладить. Плюс натуральная цветовая гамма и огромная палитра. Вообще Kivasa очень тщательно работают над оттенками. И еще немного о бренде. Что сегодня на сегодняшний день Kivasa? Это 3-метровые ткани по очень хорошей цене. В основном их можно стирать, натуральные составы и огромная палитра. Это вот о таких вот преимуществах бренда. Да, проходите. Даже льны можно стирать, да. Очень часто. Ну, не бояться, да. То есть есть специальные сертификаты, специальные обработки. То есть льны 3-метровые, и плюс их можно стирать даже ну, там, при 30 градусах. Увидите на ярлыке, я сейчас буду показывать там, как использовать. Коллекция называется New Ways, посвящена она Японии. И как любит Kivasa, это традиционная Япония в современном виде. Я вам покажу 4 ролика про цветовую гамму. Цвета сезона – это синий и ярко-зеленый. Начнем мы с нашей гордости. У нас такого еще не было. Бархат называется Heaven's Gate, и он двойной высоты. Это 3 метра. Его надо обязательно трогать. Он очень приятный на ощупь, плюш. Это полиэстер, да. 3 метра, ширина 3 метра. Обратите внимание на цветовую палитру. При всем при этом у него 40 тысяч тестная стираемость, 40 тысяч Мартиндейл. Да, он подходит на мебель. Ширина 3 метра и шикарная цветовая гамма. Такого бархата у нас нет. То есть единственный бархат 3-метровый теперь есть в новой коллекции Kivasa. Покажу еще один бархат, он уже 140. Он называется Сатори, как раз цвет сезона, синий, роскошный. По составу это полиэстер, но похож на хлопок. Здесь 62 оттенка, и при этом 50 тысяч Мартиндейла, то есть это хорошая обивка. Можно стирать, и гладить тоже можно. И он очень мягкий, да, хорошо драпируется, 62 оттенка. Это такие ключевые бархаты в этой коллекции. Будет очень много однотонок, но на них нужно обратить внимание. Следующая ткань – сетка. Carex Reloaded. Эта ткань входит в топ-10 Kivasa лучших тканей. Они ее перевыпустили. До этого здесь было 4 оттенка, сейчас 15 роскошных цветов. При этом эффект такой двухцветный. По составу это полиэстер 3 метра. Называется Carex Reloaded. Она идет с утяжелителем. Обратите внимание на цены. Все бархаты, это сетка, они идут у нас по спеццене. Спеццена по одной вешалке? На ткань. Это бестселлеры. Ткань Наоми. Тоже роскошная ткань. Вискоза со льном. Здесь 65 оттенков. Причем какие сложные цвета, обратите внимание. Цвет океана. А то есть такой зеленый синий камень, что больше внимания уделяет? Да, очень много будет синего и очень много зеленого. Причем сложных оттенков. Да, да. Обратите внимание, она шикарно драпируется, но у нее 70 тысяч мартиндейл. То есть это хорошая обивочная ткань. Конечно.
натуральный состав, вискоза со льном. И опять же, можно стирать, несмотря на состав. Это любимица новой коллекции New Ways. Называется White Noise. Высота 3,10. Внутри нити, да. И цветовая раскладка. 4 оттенка. Но она очень красиво будет выглядеть. Она 3,10. Высота 3,10. Как в большом образце. Да, да, да. И при этом, если вы видите вообще ярлыки вот здесь, это значит, что ткань двойной высоты. То есть это тоже важно и легко ориентироваться. Если у вас висят вешалки, вы понимаете, что... Да, если есть ярлычки, значит ткань двойной высоты. Здесь высота 3,10. Вот так вот, да. Нужно смотреть. Нет, здесь нет рекомендаций. Да, можно и такого панель понизить, линфой. Ну да. Свободной складкой, отлично. Следующая ткань White Madness. Такая сжатка тоже роскошная. Двойной высоты. Называется White Madness. Она у нее будет высота при такой складке. Вот она же уже как гофрирована. Она по вертикали? Она, да, высота, она идет по вертикали. Высота. Высота у нее 3 метра. А, да. Значит, она ширина. Да. Просто набираете высоту. То есть все ткани идут в основном в высоту такого плана. А мы вот столкнулись уже с тем, что непонятно, как фабрика такую ткань меряет. Именно вот сжатую ткань? То есть мы же не учитываем, то есть она в каком-то вот есть спокойном состоянии. Да? Но в таком так и меряют, мне кажется, что... То есть она же не фиксирована? Нет, но они точно не будут ее как-то натягивать, это 100% нет. То есть как она идет, они так ее и меряют. Друзья, у меня есть предложение. Сейчас нас еще смотрят люди в трансляции в онлайне, они ваш вопрос, к сожалению, не слышат. Поэтому предложение такое. Сейчас Полина проводит презентацию, а потом вы в конце зададите вопросы, она их повторит, чтобы люди тоже услышали, и, соответственно, на них ответит. Хорошо? Да. Супер, спасибо. Смотрим дальше. Сарана. Здесь очень сложный состав. Шерсть, лен, полиэстер, вискоза. Такая роскошная сетка. Высота 3 метра. И как раз цветовая раскладка. Синий, такой сложный. Такие теплые оттенки. Кивасса только натуральные цвета. То есть они придерживаются одной концепции. Так как коллекция посвящена Японии, они выпустили принты на 100% хлопке. Ткань 140, называется Ами. Вдохновлялись они рисунками, раскрашенными цветной тушью 18 века. Ширина 140. Здесь мы видим непрокрашенные листья вишни. И цветовая раскладка. И что важно, как они сочетаются с первым бархатом, с синим, вот с этим. То есть все сочетается друг с другом. Amazing Garden, как раз Япония. Тоже на 100% хлопки. И цветовая палитра. Вот он зеленый. И ткань Акино. С такой цветовой гаммой. К этим принтам идет очень приятный на ощупь, с такой геометрией бархат. Называется Аико. Это бархат, да, причем плюшевый такой прям велюр. Очень мягкий. Его тоже нужно обязательно потрогать. По составу это полиэстер. Его как раз нельзя использовать как обивочный. Ну, у него нет теста на стираемость. То есть это только портьера. Он мягкий, хорошо драпируется. И к этой же коллекции идет такая вышивка
из 100% льна. Вышивка 3 метра. И опять же, давайте посмотрим оттенки. Вот этот синий, роскошный. 3 метра. Следующая ткань называется снези, вискоза со льном. Здесь тоже обязательно ее нужно потрогать. Она очень мягкая, очень приятная на ощупь. Прям напоминает, не знаю, шарф или плед, да. 3 метра. И какая цветовая раскладка? Называется снези. У нее хорошая цена. Сетка. 3 метра. По составу лен с полиэстером. И цветовая раскладка. Более 15 оттенков. Тоже можно стирать, несмотря на то, что вы спрашивали про лен. Здесь лен, и можно. Ткань белив. Такая рогожка. Очень интересно, что на обратной стороне у нее подкладка. Да, но она мягкая. И какая? 3 метра высота. У них у всех 3 метра высота. И цветовая палитра. В этой же фактуре, но только уже с жаккардом. И тоже у нее есть подкладка специальная. Называется Balance. Здесь хлопковая нить идет в составе. В таких и в светлых оттенках тоже очень интересно. Трехметровая шикарная полоса. Здесь по составу лен, полиэстер и вискоза. За счет вискозы ткань блестит. И какой перелив у нее, да, интересный. Ткань тоже двойной высоты. 3 метра. Ткань бризи. Здесь такой орнамент, очень красиво выглядит на просвет. И по-прежнему обратите внимание на палитру. Не 3 оттенка, а 7 сложно проработанных цветов. Высота 3,15 даже. White Loop. Это ручная работа. Многие клиенты говорят, что похоже на элитис чем-то. Да, похоже, да. Но это уже такая дизайнерская вещь, которая должна быть в коллекции. Тоже, конечно, 3 метра. 3 метра. Кивасса очень любит льны. Ну и вообще во всех европейских коллекциях часто встречаются льны. Здесь лен 3,10. 100% лен. Его можно стирать. И он очень приятный на ощупь. Такой легкий. Цветовая раскладка. Кстати, лен Satin House Reloaded. То есть эта ткань уже была в предыдущих коллекциях. Они просто ее перевыпустили, добавив туда еще больше оттенков. Всю вот эту вот цветовую палитру они добавили в новую коллекцию. Также 3,10 на хаме, 100% лен. Здесь это уже идет из фэшн-индустрии, да, параллель между, может быть, сейчас мы увидим ткань, которая похожа на рубашку. И какая цветовая раскладка. Такие потертые оттенки. Вот полоса. Похоже? Также 100% лен, 3,10. Палитра у них у всех примерно одинаковая. Это все 100% лен. Однотонный лен, также 3,10. Такой цветовой гамме. И вот он синий.
Как вы льны вообще используете? Да, конечно. Используете. И полоса. Причем лен действительно хорошего качества, он очень приятный на ощупь. В такой цветовой гамме. Все 3.10, 100% лен, и все можно стирать, все льны. Коллекция Winner. Сетка с кожзамом. Здесь идет особенно в темных оттенках, это видно. Высота 3 метра. И к ней идет трехметровая однотонная сетка. Тоже в такой интересной цветовой гамме. Сетки вообще актуальны. В этой коллекции более 10 сеток различных. Perfect Match. Это димаут, фактурный. Но ширина у него 140. И обратите внимание, для димаута, для коммерческой ткани большая раскладка оттенков. Обычно это 3-4 цвета. Здесь порядка 20 оттенков. И у него интересная фактура. Он 140. Следующая ткань называется Хэзи. Это принт на 100% льне двойной высоты. Тоже такие акварельные круги. Очень приятный на ощупь, очень мягкий. Интересная по составу ткань. Шерсть. Хлопок и вискоза двойной высоты, даже 3.20. И у нее такой блеск интересный, ее нужно так вот. Полупрозрачная самостоятельная ткань. Называется Сора. Имиджевый каталог коллекции New Ways называется Win Young. Такая Азия в современном виде. Это бархат, это велюр. Его нужно потрогать. Все эти ткани можно как на обивку, так и на портьеры. Вот этот икат отдельно представлен в вешалке. У него есть Martindale 50 тысяч. Называется Win. Тоже такой плюш, приятный на ощупь. И какая цветовая гамма. Плюс отдельно. Здесь есть ткань. Она называется Young. Она отдельно представлена в каталоге. Здесь большая цветовая раскладка. Тоже из фэшн-индустрии. У него хороший Martindale, но, в принципе, его можно и на портьеру. У него интересная цена. У этой ткани мы тоже ее сделали бестселлером. Так, в принципе, я показала вам все. Коллекция очень небольшая. Есть еще вот такая вот интересная ткань, называется White Wonder. С таким блеском. По составу это полиэстер. Трехметровая. И такая вот цветовая раскладка. Коллекция маленькая, но, на мой взгляд, это то, что сейчас нужно. Трехметровые ткани, хорошие составы и очень-очень интересная цена. Мне кажется, здесь не нужны какие-то серьезные истории. Здесь важно потрогать, посмотреть, и мне кажется, что они абсолютно универсальны. Вот. Как вам?